эти мероприятия, кто будет проводить, думаете, спонсоры какие-то найдутся или стихийно как-то это? Вот в этом году, ну, это сложность была, действительно. Раз провели, а другой раз откажутся люди. Поучаствовали, потом не будет. Мы пока принимаем рамочную программу, чтобы она у нас была, учитывая трудности в бюджете, да? И вот если я правильно понимаю, здесь очень многое будет зависеть, но прошу от этого наполненности координационного совета. Кто непосредственно будет этот координатор, кого мы привлечем, кто будет заинтересован, потому что у нас и гостиница есть, напротив у нас стоит, да, и там тоже люди заинтересованы, чтобы туристы ехали располагаться. То есть кто этот координационный совет, как они будут собираться, как работать, и какие уже проекты, наверное, родятся из этого. Ну, вот мое мнение, я так понимаю. У нас еще город Назарово и территория города Назарово, она не привлекательна для туристов. Допустим, Парной взять, там Широтовский район, сколько там озер, сколько людей приезжает. Нечего посмотреть. А в Назарово что? Вот ваши отдыхающие. Наши отдыхающие, это, ну, это вот убрать Назаров, 1200 человек примерно. Но все равно. Даже организовать. А, плотину Назаров. Да, это мы проводим все. Это все проводится. Это все проводится. Это вы проводите. А почему это не... Ну, просто мы сюда в эту копилку сложим. Туристический маршрут, который у нас будет работать. Вот я еще что могу добавить? Мы в этом году не успели зайти в программу. Здесь у нас можно было в краевую программу по срокам просто не успели пока. Ну, это все тоже для нас новое. На следующий год попробуем в краевую программу зайти именно в этом направлении по, как вы сказали, чтобы город был привлекательным. То есть немного, понемногу сделать привлекательны какие-то определенные точки. Вот вернусь к нашему фестивалю на Чугунке. Он был первым раз проведен на том месте, где вы были, тоже смотрели. Эту территорию есть в планах облагородить. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. И как она можно зайти в краевую программу, на краевое финансирование, чтобы эта территория была облагорожена. Я, конечно, все понимаю с местом положения, определенные трудности были при проведении данного мероприятия, но сейчас все эти, сказать, неточности учтены, поэтому данное направление будет продолжено работать. Я не говорю, что здесь, исходя из этой программы, мы сразу должны все сделать, город привлекательным, туристы куча едут, но это, опять же, начинается работа, и если в этом направлении приложить усилия, я так думаю, результат будет виден. Сергей Иванович, это же событийный туризм, это какие-то мероприятия, понимаете? То есть здесь, в принципе, можно рассмотреть именно возможность участия в каких-то грантовых программах, конкурсах. Просто такие прецеденты были, и я думаю, то есть, как бы, если есть инициативная группа, то все получится. Координационный совет можно обозначить. Координационный совет. Коллеги, я вот в любом случае просто еще раз продолжу. Я все равно за даже рамочную программу, потому что, ну, появление такой программы и ее работа даже без бюджета, ну, на сегодняшний день, да, я думаю, это лучше, чем просто терять достоинство, которое мы не так давно потеряли, которое тоже, по сути, может быть привлекательной мекой для туристов. И там есть где развернуться и отдохнуть. И были проекты по строительству у нас горнолыжной там трассы. И много всяких проектов было, но когда люди в одиночку пытались это свернуть, получилось, что Чулымские горы не так просто их свернуть. Поэтому я думаю, что программу надо запускать. Все будет зависеть от того, кто выйдет и как он будет работать в координационном совете. Мое мнение такое. Проект «Поехали», какой был шикарный. Много вещей было, если это систематизировать. И в любом случае дальше уже... Я смотрю, Светлана Александровна, глаза уже горят. Нет, этот проект у нас сейчас обсуждается, поехали, чтобы его возродить. Но этого, конечно, проблем очень много, но уже как бы думаем в этом направлении. Кто за то, чтобы согласовать, по крайней мере, даже в тех рамках, которые сейчас есть, появление данной программы в городе? Кто за, предлагаю голосовать? Кто против? Спасибо.